Туристы погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии на берегу реки на глазах владельцев отелей. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, происшествие случилось в районе реки Кикерингу в 200 километрах к северу от Крайстчерча. Двое пассажиров скончались на месте, а троих удалось вытащить из-под обломков местным жителям, которые стали свидетелями случившегося. «Только что я видела, как вертолет кружился в воздухе, а затем упал. Я пошла посмотреть, могу ли чем-то помочь выжившим, там был такой беспорядок. Повсюду обломки и осколки. Одна крошечная девочка плакала и звала маму, а остальные были без сознания», — рассказала владелица отеля Лин Мертенс. Она добавила, что ее супруг немедленно отправился на помощь жертвам крушения. Кроме того, на место происшествия прибыли три вертолета аварийной службы из Веллингтона. Имена и пол пассажиров не раскрывается, однако, согласно предварительным данным, трое выживших – это маленькие дети, которые сейчас находятся в больнице. В июне в американском штате Калифорния небольшой самодельный самолет потерпел крушение в процессе посадки. Инцидент произошел неподалеку от частного гражданского аэропорта Кейбель, расположенного в нескольких километрах от города Апленд в округе Сан-Бернардино. Пилот получил незначительные травмы и был извлечен из кабины. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.